Всем привет! Решила снять вам видео из супермаркета. Как видите, продуктов куча, очередей нет, людей практически тоже нет. На входе у меня померили температуру, она была 36, меня впустили, сказали, нет проблем. Если была бы 38, то не впустили бы. В принципе, все продукты есть, много всего. Пожалуйста, туалетная бумага, все на месте. Я пришла так, по мелочам купить, вообще просто выйти из дома, прогуляться, потому что поход в магазин считается одной из уважительных причин, по которой можно выйти из дома. В общем, я и пошла. Куплю сейчас кофе, фрукты и разные продукты по мелочам. Сейчас покажу вам, что происходит дальше. Многие люди ходят в масках. Как видите, людей практически нет, очередей у касс тоже нет. Все продукты на месте, нет никакого дефицита. Так, ну-ка, мне нужна зубная щетка. Такой достаточно ограниченный супермаркет по количеству того, что здесь можно купить. Пожалуйста, касса. Практически нет людей. Пара человек тут. Все в порядке, приходите в магазин.